день начинается. Красота и счастье окружают тебя. Вперед, твоя судьба тебя зовет. Раздели радость с друзьями. Тебя ждут удивительные приключения. Дыхание природы поможет тебе во всем. Жизнь преподносит тебе уроки. Уроки, которые надо выучить, чтобы преодолевать трудности. Keep your courage inside. And sure as the sun and the stars up above, you will discover love. Книга джунглей. Книга джунглей. Начало. Мы родились на очень маленькой планете, которая одна одинешенька летает по всей нашей необъятной Вселенной. На этой планете живет огромное количество зверей, при этом они не просто живут, а выживают кто как может. Плотоядные животные и травоядные животные. Все вместе живут на Земле. А мы, то есть все существа, живем на этой планете. Итак, мы, люди и дикие животные, должны как-то учиться сосуществовать вместе. Мы не должны разрушать наши джунгли только из-за каких-то наших личных потребностей. Он еще не понимает твоих слов. Смотри, он уснул. Он так крепко спит, и это даже несмотря на то, что мы в самом центре джунглей. Он еще совсем ничего не боится. Наш сынок дружит с джунглями. Он обязательно продолжит наше дело и будет их охранять и после нас. Давай, пока он спит, соберем воду и землю. Хорошо? Спи спокойно, солнышко. В таких диких джунглях воздух и вода такие свежие. Ничего не могу сказать, пока не сравню образцы. И если все-таки загрязнение окружающей среды добралось и сюда, это уже становится проблемой. Терпеть не могу человеческий запах. Человек. Мы потеряли несколько быков. Да смотри-ка туда! Вон туда, смотри! Табаки! Я тут! Я чую людей. Иди-ка, оглядись. Ты их съешь? Это же против закона.
свои особые законы. Закон охоты. Ну тогда ладно, ладно. Откуда? Мне кажется, это зависит не от того, добрый ты или злой, от того, голоден ты или сыт. Балу, даже я знаю, закон сурдюнгу. И то, что у меня будет, если я съем человека. Это человеческий детеныш? Я ни разу в жизни не видел их так близко. Каждое животное хорошенькое, когда за еще детеныш, но он вырастет и станет врагом джунглей. Ты прав. Должно быть, его родители ищут его. Почему бы нам не вернуть его, пока он не вляпался в какую-нибудь историю? Ты несомненно прав. Ка, подожди-ка, возьми его. Он твой, делай с ним что хочешь. Нет, он не пойдет. Ты мне лучше скажи, что с ним делать. Я позову Багиру. Она многое знает о Юче. Ты правда собираешься ее звать? Смотри, не усни по дороге. Ладно? Ладно, постараюсь. Мальчишечка. Солнышко, где же ты, мой хороший? Малыш. Что случилось? Малыш пропал. Он только что спал вот тут. Похоже, он ушел в джунгли. Что ты от меня хочешь? Ну, к нам пришел человеческий детеныш. Человеческий детеныш в таком глухом месте? Да, и Балу сейчас за ним присматривает. Но нам надо его быстрее убрать из джунглей, пока он не вляпался в неприятности. Есть идея? Потому что за мной тоже ухаживали люди. Но, несмотря ни на что, все считают тебя нашим другом. Мне не нужны друзья. Послушай, Багира. Похоже, человеческий детеныш все-таки успел навлечь беду. И что будем делать? Найдем родителей человеческого детеныша, пока его не нашел Шерхан, и уведем их из джунглей. Ну что делать с детенышем? Я не могу сейчас о нем заботиться. Да, беда. Уже начались неприятности. Шерхан! Малыш, малыш, проснись, просыпайся. Ну давай же. Thank you.
сынок? Маугли! 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 Шакал! Куда ты утащил нашего малыша? Отвечай! Где наш Маугли? Он приближается. А Маугли? Мы ничего не сможем сделать без ружья. Побежали. Но... Мы вернемся сюда. Возвращайся в лагерь. Скорее. Шерхан, я их нашел. Их двое, двое. Двое людей. Кто там? Если ты нападешь на них, они начнут нас убивать в огромных количествах. Багира. Поэтому и запрещено убивать людей. Запрещено законом, ведь так, Шерхан? Как сказать? Мое дело предупредить, понял? Так что иди охоться на зайцев и им подобных. Что? По-моему, они тебе грубят. Багира, если ты хочешь меня остановить, то тебе придется пустить в ход клыки и когти. У меня нет на это времени. Господи, помоги мне. Нам надо торопиться. Скорее. Бежим. Вперед. Они могут бежать быстрее. Бестолковые людишки. Багира, спускайся. Багира! Шерхан! Я учуял еще одного человека. Это ребенок. Детеныш! Шерхан должен это прекратить. Черная пантера, уходи! Маугли! О, Господи! Привет, Балу! Уходи с моего пути, Томат, я тороплюсь. Я на охоте, у меня тоже нет времени. Иди, иди, малыш, иди вперед, поторопись. Ну, давай же. Yeah.
человеческий детеныш. Похоже, он заблудился в джунглях. Он совсем ничего не боится. Смотри, он сосет мою грудь. Он должен быть очень голоден. Да. Шерхан, прячь малыша, скорее. Да, дорогой. Человеческий детеныш был здесь. Он мой. Отдайте мне его. Так нельзя охотиться. Убирайся отсюда. Отдай мне человеческого детеныша. Нет, не отдам. Ты что, ты имеешь против меня? Чан, отдай мне человеческого детеныша. Нет. С сегодняшнего дня этот детеныш член моей семьи. Что? Уходи отсюда немедленно, Шерхан. Ты заплатишь за это. Детеныш мой. Мой, я никогда не сдамся. Дорогой, неужели ты... А мне кажется, что и ты давным-давно приняла такое же решение. Да, но... Вы хотите принять человеческую детенышу в стаю? Но человек не волк! От него обязательно будут неприятности. Верно, верно. Шерхан охотился на него. Похоже, его родители убили. Так что вы понимаете, что произойдет с ним, если мы оставим его одного в джунглях? Да, но будут неприятности. И почему бы нам не выкинуть его в реку, например? Давайте примем решение в соответствии с нашими законами. Как вам всем известно, ему нужны рекомендации по меньшей мере от двух членов стаи. Ну, кто-нибудь ручается за него? Говорите, я слушаю. Кто ручается за малыша? Дорогой. Человеческий детеныш был в безопасности. Я ручаюсь за него. Тихо! Балу наш друг, который учит наших детей закону стаи. Мы должны прислушиваться к нему. Спасибо, Акела. Послушайте все, человеческие детеныши безвредные. Они всего-навсего спят, как видите. У них нет клыков когтей. Так что волноваться не о чем. Посмотрите, какой он маленький. И безвредный. Спасибо, Балу. Я по душе его бесстрашие, но нужен еще один голос. Еще один голос за него. Я могу сказать. Багира? Ты? Я знаю. У меня нет никаких прав на собрание волков. Но по закону джунглей жизнь незнакомца можно обменять на рогатый скот. Не так ли? Да, совершенно верно, Багира. Что ты сделаешь с детенышем? Балу позаботится о нем. Итак, Балу, я? Ты обменяешь его на буйвола? Be quiet. Тишина. Говори дальше, Багира. Похоже, его родители умерли. И кто это сделал? Не я. Но это произошло из-за меня. Замолчите все. Багира хотел запретить Шерхану нападать на людей. Теперь вы понимаете, почему это произошло? Чтобы в джунглях было как можно меньше проблем, верно? Но случай привел меня. Багира, не притворяйся такой бесчувственной. Ты же слышал, что сказал Александр. Ведь правда? Каков твой ответ? Ты готов меняться или нет? Акела. Я знаю. Багира наш друг, который всегда за нас. Мы поменяем этого ребенка.
Согласен, я готов выслушать. Итак, этот детеныш принадлежит стае. Как же мы назовем его? Его родители называли его Маугли. Маугли? Хорошее имя. Итак, Маугли, благодари Балу и Багиру. Композитор Хидео Шимаки.